Всем привет, девочки и мальчики, друзья и подписчики. Сегодня немного научно-популярной психологии. Меня пригласили обсудить одну тему. Ну, а прежде хотелось сказать о том, что вчера и сегодня весь мир скорбит о уходе из смерти либерала, демократа, светлого луча в политике в своей стране Алексея Навального. Еженедельник «Шпигель» написал: единственный настоящий политик в России. Алексей Навальный был политиком в стране без политики. И он жил так, словно бы смерти не существовало. Сейчас, по данным властей, он умер в колонии. Кремль победил? Нет, если мыслить так, это делал Навальный. Уверен комментатор издания «Шпигель». Он напомнил о первом интервью российского оппозиционера после его отравления и длительной комы, которое он дал ему и еще одному журналисту «Еженедельник». «Моя задача сейчас – оставаться человеком, который не боится», – говорил Навальный во время реабилитации в Германии и пошутил о своем состоянии после попытки убийства новичком. «Если у меня и трясутся руки, то это не от страха». Шпигель заявляет, до самого конца Алексей Навальный не позволял смерти контролировать его жизнь и поступки. Но теперь российские власти сообщили, что он скончался, пишет гамбургское издание. Точнее, его совершенно очевидно убили, потому что ничем иным не является смерть в колонии за полярным кругом, куда его отправил режим. Тем самым неравная борьба между ним и правителем Кремля, между демократией и сегодняшней Россией подошла к концу. Пока что, отмечает комментатор. По мнению Шпигель, Навальный был исключением в российской политике. Был настоящим политиком в системе правления, знавший политику только как имитацию, как дешевую копию. Он был инородным телом и помимо смелости обладал харизмой и талантом выполнять эту задачу, несмотря на все препятствия. А также мало уважал огромную армию полицейских, информаторов, судей, политтехнологов, фальсификаторов выборов и приспешников, на которых держится путинский режим, сообщает далее Шпигель. Был ли это конец или это начало новой истории? Ответ остается открытым. Теперь к психологии. Света Санни Гёрл так активно приглашает меня к продолжению дискуссии. Скажу так, психология считается, по праву, является моим хобби. Но, отвечу Света, я не очень люблю теории. Теории, именно теории по психологии как науке, было в моей жизни очень много, я думаю, раньше, чем ты заинтересовалась психологией, по крайней мере, в Ютубе, как ты вещаешь сейчас. Потому что раньше я учила медицину, а еще раньше, в возрасте где-то 20+, я интересовалась психологией как наукой, потому что я разбиралась в своих отношениях с окружающим миром, с доминантной мамой. Мне нравились практики и теоретики. То есть, кого читала и изучала я? Юнга, Эриха Фрома, Ричард Кох, Эрик Берн, игры, в которые играют люди, Роберт Чалдини, психология влияния, эллиптоиды, шизоиды, психотипы, то, чем сейчас увлекаешься ты. Да, Света, я думаю, каждый человек в современном мире увлекается психологией. Но в каком объеме нравится мне психология, я отвечу тебе. В том, в котором она помогает в жизни обладателю и тому, кто жаждет знаний. Ты жаждешь знаний психологии, но тебе не так нужна теория, как нужна практика. А теория, оторванная от практики и реализации в жизни, это пустота. Теперь я буду очень простыми словами, без эллиптоидов, невротиков, шизоидов. Я буду очень простыми словами на тему, на которую так долго, по 2 часа, может вещать Света. Девочки и мальчики, отвечу реально, у меня нет в настоящей актуальной жизни столько времени вещать на Ютубе. Я не могу даже так долго слушать это. Максимум на ночь и максимум Света из сочувствия или желания развивать твой канал. Но и то не каждый день. Сори. Там опять у Светы всплывает любимая тема, уже натерла нам всем мозоль, Марина Нова и ее непроработанные, в кавычках или без кавычек, отношения с мамой. Это очень популярная тема практикующей психологии.
уже 10, 15, 20 лет назад и сейчас, и эта тема никогда не будет изжита. Это наши проработанные либо не проработанные травмы детства и подросткового возраста. Если мы их не проработали, не пережили, не внесли, не сделали выводы и не пошли дальше, мы будем топтаться в этих травмах всю жизнь. И мы понесем последствия этих травм за собой, и мы не сможем реализоваться по-другому, вне зависимости от результата этих травм. Такова реальность. Но вести дневники, делать выводы, интересоваться психологией, я продолжаю утверждать, Света, мы начинаем в возрасте гораздо раньше, чем девушки, чем Марина Нова, чем Аня Хармони. Ты, например, комментируешь и тот, и другой канал. Ты помнишь, сколько лет девушкам? 37-43-44. Это взрослые дамы. Да, конзайн может быть, что проблемы детства еще не проработаны. Но тогда и это уже громкий колокол. Понимаешь? Я сейчас отвечу, почему. Когда у нас в жизни, у подростка, у взрослеющего ребенка, у подростка, в наши 18, 20, 22, мы на пике вот этих строящихся отношений со взрослыми родителями, мы взрослеем, и наши отношения с родителями, это тот период, когда мы начинаем активно интересоваться психологией, именно теорией, книгами. Тогда приходит море информации, по крайней мере, так было в моей жизни. Я начала интересоваться психологией, не в отрыве от реальной жизни, а касательно своей жизни. Я искала ответов на вопросы. И я думаю, 90% населения земного шара начинает интересоваться психологией относительно своих внутренних проблем. Когда хочет разобраться в отношениях с родителями, мамой, отцом, любимым, почему что-то строится не так, почему какие-то проблемы. Тогда человек начинает много читать, находить много информации, много книг на разных языках. Ну хорошо бы не лишь поверхностно собирать море теории. Потому что в теории, если ты не специалист, если ты вот просто человек, не специалист, ты в теории можешь закопаться, ты можешь получить столько информации, с которой не выплывешь. У меня такое впечатление, Света, что ты сейчас плаваешь просто в каких-то океанах и дебрях. Ты как будто натолкнулась в Ютубе, в Инете, ты слушаешь массу каких-то авторов, и у меня такое впечатление, что у тебя в голове небольшой салат. Сори, не обижайся на слово салат. Салат иногда может быть очень здоровым и полезным. Но и в салате нужно выбрать какие-то основные ингредиенты, убрать или добавить дрессинг, стоять на каком-то одном, понимаешь? Стоять на каком-то выводе. Делать много выводов, давать советы взрослым людям, называть себя психологом на основании того, что ты много читаешь о каком-то предмете, нельзя. Ты можешь, но многие люди будут улыбаться. Сори, простите, меня отвлекает семейство, я начинаю растекаться по древу. Я сколько раз, кстати, уже замечала, там в полях, где я записываю болталку, когда я сама, свежий воздух, у меня причесываются мысли, мне легче там болтать. Но не суть, окей. Травмы детства. Это очень популярный заезженный конек у психологов. Травмы детства и подросткового возраста. Естественно, нужно прорабатывать, как пишет там Света Саня, о, ты не права, вы все не правы. Вот если Марина до сих пор не проработала травмы детства, то ей нужно сейчас садиться с дневничком и записывать проблемы. Света, неужели ты думаешь, что женщина 43-44, да, 44 будет Марине, окей, мы можем все быть девочками в душе, ты думаешь, это первый год или месяц, или первый виток, когда Марина задает себе вопрос, что же было у меня в детстве, что же было у меня в семье, что же меня не устраивало в отношении родителей, как это влияло на меня. Я убеждена, что нет. Я приведу сейчас пример, как это бывает у обычных среднестатистических молодых людей и девушек. Я играла в игру, я общалась в Дискорде, вот был молодой человек, ему на тот момент было чуть до 20. У него была тяжелая, сложная, абьюзивная ситуация в семье. Мама отдельно, а он с отцом в другой стране, в Норвегии. И они с отцом друг с другом начинали драться. Абьюзивные отношения. Отец подавлял взрослеющего сына. И они жили на одной территории. И это грозило закончиться чем-то очень плохим. К чему я это все веду? Почему параллель с Мариной? Так вот, у человека начинаются сложности. Подросток, да, молодой человек.
И он тогда уже мне писал в Дискорде. Я начинаю интересоваться психологией. Мне интересно, почему это так? Откуда пошло то, что отец на меня поднимает руку? Он хочет этим показать, проявить доминантность. Он хочет так меня воспитать. Но ведь он меня настраивает против. Он меня вызывает на борьбу. Почему? Как я должен действовать? Хорошо ли нам оставаться на одной территории? Либо я должен выйти из-под влияния? Уйти, съехать, снять другую квартиру, закончить сейчас учебу, он все еще заканчивал школу, там же долго учится, да, в Норвегии он там учился до 20 лет, он повторял, кажется, один год из-за языка, неважно. То есть, к чему я это говорю, Света? К тому, что среднестатистический подросток, девочка, мальчик, начинает раньше задаваться вопросами, почему у меня не так с родителем, виноват родитель, виноват я, виноваты оба, или он больше, чем я. Со стороны ему дают совет, вот такая, как я давала ему советы, что ты станешь старше, ты будешь еще под другим углом рассматривать отношения отца и матери. Это их внутренние отношения. Но твоя жизнь сейчас, и ты должен понимать, что, естественно, как на тебя влияет и отец, когда ты с ним на одной территории, то точно так же и ты сам вне отца и без отца тоже строишь свою жизнь. Ты выходишь из зоны комфорта. Например, с отцом на территории тебе комфортнее жить, тебе нужно меньше платить за жизнь, у вас общая еда, отец больше закупается. Но вместе с тем он и претендует на давление над тобой. Он подавляет, закрывает дверь к тебе, говорит, во сколько тебе ложиться спать, что тебе есть, как тебе гулять, понимаешь? И тут чем быстрее ты взрослеешь, ты выходишь из зоны своего комфорта, ты находишь, допустим, работу или две работы, можешь обеспечивать себе снятие жилья отдельно без отца, тем больше свобод и у тебя появляется. «При чем тут Марина?» – спросите вы, – «к чему я вспомнила сейчас этого молодого человека?» Да неважно, девочка или молодой человек, я вспомнила лишь о возрастном периоде, когда молодая душа, взрослеющая личность начинает интересоваться психологией и почему. Света, психология редко интересуется вне контекста. Редко кто-то просто так купит какую-то книгу, поставит ее перед собой и начнет читать, если он никак не связан. Обычно подростка, молодого человека, девушку что-то толкает на этот интерес. Вот и Марина. Марина всегда всем нам говорит, что она интересуется психологией. Поэтому их немеан я беру за основу, что Марина 100 раз задавала себе уже вопрос, какие у нее отношения с мамой, почему они не складываются. И она знает, что ей не нравилось в детстве. Естественно, она знает, что ей не нравилось в детстве. Почему от травм из детства, того советского, постсоветского периода, абьюзивных отношений или плохих просто отношений мужчины и женщины, их больше 50%, их процентов 70-80. Но если каждый из нас бы шел по жизни с этим флагом, там в семье все было дерьмово, родители показали мне плохой пример, они испортили мою жизнь, они дали мне не то начало. Но, кстати, нельзя сказать, что Марине не дали никакого начала. В чем-то материально, например, ей помогли, но морально, может быть, помешали. Если все будут держаться за эту нить, мы не построим никогда ничего своего. Мы будем, вооружившись этими печалями и слезами, идти по жизни и говорить: «Я не могу построить хороших отношений, потому что у мамы были неправильные, абьюзивные. Я не могу встретить прекрасного человека, мужа, стройного, высокого спортсмена, не алкоголика, я не знаю кого, там романтика, потому что мать встречала плохого, абьюзивного алкоголика». Но, девочки и мальчики, это глупо, это смешно. Мы не повторяем путь своих родителей. Мы можем как взять тот же путь, так взять и противоположный, и промежуточный. Больше, чем оторванная от жизни теоретическая психология, нам нужна практическая. А где нарабатывается практическая психология, Света? Она нарабатывается в реальной жизни, в общении. То есть умение применять в общении навыки, которую ты берешь, она берет, из теории. Навыками теории нужно вооружаться и пробовать применить это в реальности. Чем больше общения, иногда падений, подъемов, тем больше и тем лучше со временем результат. Если сидеть в зоне комфорта, чесать сори репу, вот так голову, говорить, все было плохо с мамой, мама хорошая, но со мной была плохая, отец был...
Да, это разобрано ведь по полочкам уже всеми, это ведь 20 раз было разобрано по полочкам. И дальше сидеть и чесать эту репу, и дальше ни к чему не идти. Человек уже в середине жизни, во взрослом, в зрелом возрасте, ему хочется, ему нужно демонстрировать результаты самой себе, ему хочется, Марине я имею в виду, хочется найти друга по жизни, построить здоровые, нормальные отношения с сыном, сейчас учиться, получить профессию. Время ли сейчас Марине начинать вести дневник, где она будет записывать травмы детства? Что да, правда, никто не спорит, папа был алкоголиком, а мама сосуществовала с таким папой рядом. Ну что ж, да, было, да, эта ошибка уже замечена, да, она переработана. И идем дальше. Не расчесываем это как болезнь, пожалейте меня. Да, уже поняли, да, уже пожалели, давай себе дальше шанс. Проработала и пошла дальше.